Здравствуй, избушка. Как ты тут? 100 лет не видал тебя. Всех приветствую, ребята. Приехал в избушку, сегодня здесь заночую. Завтра поеду на УЖД, на старую, копать металлолом. Сегодня здесь поприбираюсь, весь мусор пооттаял, соберу в кучи, сжигать нельзя, вывезу так, на машине уже. Ну и так чем-нибудь позанимаемся, посмотрим, отдохнем. А завтра уже предстоит тяжелый день. По печечку. Пчела тут какая-то летает. Неделю назад было плюс 30, а несколько дней назад снег выпал. Ну ничего, вроде все растаяло, погода наладилась снова. Печку топить не буду, и так вроде жарко. В футболке хоть ходи. Надо будет наоборот ее убрать уже сейчас на лето. Ни к чему она тут стоять будет. Сейчас грибники пойдут еще, утащат быстренько ее. Хорошая печка-то. Да, территория убрана. Листья не буду убирать, пусть будет так по лесному. Ветерок поднялся. Печушка до зимы, наверное, сейчас, до осени. Вот не воровали бы, не жалко, пусть стояла бы. Но 99% знают, что ее сопрут. Пьем чайку с бутербродиками. Завтра уже в лесу. Там на УЖД что-нибудь приготовим. Ветерок разошелся. По поводу живицы, там многие ждут. Маленько надо подождать по техническим причинам, пока продажа невозможна. Сейчас скоро решу все проблемы. И будет продажа, сообщу потом. Чаги немного осталось. Там человек заказал 2 килограмма. Он, ну, как бы уже забронировал. Ему отправил. И там что-то вообще маленько осталось, надо снова собирать. Блин, когда там уже строительство-то начнется, избы. Жду не дождусь уже тоже. Да и вы, наверное, тоже уже ждете. Но пока рано. Жду. Да, надеюсь, еще немного осталось. Подготовительных работ, так сказать. Лишь бы завтра не было дождика. А то нашим прогнозистам особо верить-то нельзя. 7 пятниц на неделю у них. Завтра утром могут поменять уж все. Ладно. Дремону часок. Другой. Там видно будет. Березовый сок еще есть, нет? Вроде капает маленько. Ветрище капец. Только слышно, как хрустят деревья. Лишь бы. Ну, возле меня тут нету крупных деревьев. На избушку не упадет ничего. Ночью. Доброе утро. Пью чай и выдвигаюсь. Сегодня долго поспал, прямо уже 9 часов. Хотел пораньше.
стяжка. Здесь металл есть. Главное ходить, вытаскивать его, конечно, хреново. Километра два до дороги. В мешке придется вытаскивать на хребте. Ну да ладно. Зато хоть металл есть, а не как там в урочище ходил просто так. Время только свое тратил. Это УЖД вроде как бы существовало в 61-м году. Сняли ее вместе со шпалами. Но подкладки, стяжки, костыли, все попадается. У стариков много, у кого почему-то из рельс сделаны какие-то там на ямке потолок или на заборах там какие-то столбики. Значит, рельсы, мне кажется, все-таки здесь оставались какие-то. Пружинка. Съездил к братану, навестили его, все нормально у него вроде. Еще полгодика осталось, сейчас дедушка уже будет. Скорее бы уж вернулся, вместе вкопали, ходили, то скучно одному. Что-то интересненькое. Это я понимаю. Металлоков. Так, тихонечко подхожу. Увидел глазами. Интересную находочку. Прям сверху лежит. Опа. Ага. У синоптиков опять не получилось предсказать правильную погоду. Дождик пошел. Обещали вроде солнечный день. Но что-то пошло не так. Так, показываю результат. Время 12 часов. 3 часа, получается, покопал. Вот такая вот кучка металлолома получилась. Беги. Не знаю, сейчас обед, наверное, буду варить. На обед у нас гречечка с килькой. Хорошая погодка. Дождик вроде кончается. Хорошо. Сейчас пока варится, наверное, еще похожу, покопаю. Да, железо это здесь есть. Хреново только то, что вытаскивать его не очень-то удобно. Наверное, в рюкзак буду грузить. В рюкзаке проще утащить. Килограмм по 30. А, быстренько сварить. Лишь бы не арестовали меня тут. Костры нельзя, ничего нельзя. Сухопайками питаться. Если в походе где-то не сварить ничего. Горелкой даже нельзя пользоваться, в принципе. Блин, долбаный дождик. Ребята, можете меня поздравить. Конечно, не очень хотелось бы найти целую рельсу. Но я все-таки ее нашел. Сейчас дождик кончится. Я так покушаю, посижу и вам покажу. Оказывается, все-таки здесь есть рельсы. Да, не ожидал я, конечно, найти. Один пакет не влез. Каша. Мишкина каша получилась. Все, вылазить начал. Так, это на потом. У меня все по-лесному. Сейчас чашечка деревянная есть, ложечка. Сейчас еще в кружечку деревянную нальем чаечку для полной красоты, так сказать. Обед на свежем воздухе. Всем приятного аппетита. Фух, ребята, я задолбался копать тут. Вот она, рельса эта. Уже не рад, что я нашел.
Капец, рыл-рыл тут, а все в корнях. Капец. Речного домкрата-то нет, смотрю, там люди речным домкратом раз поддели, подняли. Потом с ломиком. Приду, попробую ломиком ее поддеть. Да, целый час тут копал вот этот траншей. Не сильно большая. 14-я, наверное. Ну да ладно, оставим пока что. Все равно я тебя заберу, не зря я тут колупался уже целый час. Пойду дальше сейчас копать что-нибудь. Поменьше что-нибудь. Древняя чукушка. Кто разбирается, пишите. Это исторический ключ. Найден. Вытаскивать надо уже идти. Пора. Времени много. Я себя оторваться не могу никак. Ну вот такой вот результатик. Время 5 час уже. Еще маленько покопал. Сейчас буду потихоньку выносить это все. В моем металлокопе дольше, наверное, выносить придется металлом, чем копать его. Ну все, грузанулся. 20 килограмм за 3 раза, думаю, вынесу. Лосяра здоровенно бегает. Напугал меня. Через дорогу здесь пробегал. Ну смотрите, вы мне там говорили, что они не опасны. Осенью гон у них, или там кто-то мне писал. Сейчас типа безопасные они. Это с рюкзаком 20 килограмм на дерево не успею залезть, наверное. Вот я и вернулся. Вышло ровно полчаса на дорогу туда-обратно. Решил попить чайку с конфеткой. Тут что-то силы покидают. Сладенькая. Сил придает. Деревянная какая-то, засохла уже. Месяца два таскается. Все. Весь металлолом вытащил. Одно колечко он осталось сейчас. Покушаю. Пойду до машины. Да, забыл результат сказать. 75 килограмм навешал все вместе. Ну, еще учитывать надо, что сколько времени на рельсу потратил там. Да, конечно, жалко, что я не получится пока забрать. Если она 14-я, то 1 метр 14 килограмм получается где-то. Там метров 7-8. Нормально так. Вытаскивать только я тоже отсюда. Хреновастенько будет. Что это такое? Непонятно, что-то какое-то изобретение. Я уже к дороге тут подошел. Думаю, похожу, здесь какая-то мусорка. То ли старый дом стоял, то ли от лесорубов осталась свалка. Покручусь, думаю, здесь есть такие мелкие сигналы. Вот этот первый, крупный. Я там по лесам ползаю. А здесь такие запчастюльки рядом с дорогой лежат. Е-мое. Блин, вот эти вот пугают меня гусеницы, блин, как будто бы. Обалдеть, это монолитно. От телеги вроде, да? Ось от телеги. Что тут железо прет? Все, никак не уеду. Копаюсь, хожу. Ну точно здесь. Вон там точно дом стоял. Может даже не один. И сейчас на такой сигнал нарвался. Уголок. Начал копать. Он туда уходит.
потом до меня дошло, стал прозванивать, а он ромбиком. Могилка чья-то старая. Тут ты, ема, ложная тревога. Присмотрелся, а тут сетка идет, это кровать была. Потом заберу эту кровать, откапывать ее надо и резать ее чем-то еще, ну, болгаркой. Сейчас не влезет в машину-то. Кирпичей тут много. Вот здесь вот куча кирпичей. Нашел там кружочки от печки. Блин, клещи эти. Клещи уже. Вон. Тут-то ползет. Тут ползет. Клещей капец. Штук 20, наверное. Ну, они по мне ползают, я чувствую, убираю. Один только успел присосаться. Надеюсь, нормально. Не больной. Короче, кружочки попадались, Все, ждал, когда дверца попадется. Вот она попалась, красавица. Плиты, правда, не попадаются. Что-то плита печная. Отлично. Кусок троса. Уже, наверное, ничего не видно. Посветлее сделал. Вот такой вот результат. Докопал. Сейчас по-любому больше 100 килограмм. Можно еще было походить, но уже все. Ноги не ходят, руки не купают. Все, уже нифига не видно. Ну все, старушка загружена. Так что ладно, если что, еще включусь, может, если что-то интересное будет. А так, сейчас ничего интересного нету.